Кинокомпания «Columbia» и «Mendeley Entertainment» представляют. Производство «Муше Диамант» и «One Story Pictures». Фильм «Цуи Харка». Куин, Джек, ваше последнее задание классифицировано срочно. В главных ролях Жан-Клод Ван Дам. В 3:05 после полудня грузовик с 32 килограммами неактивированного плутония был похищен в Хорватии с военной базы, охраняемой США. Деннис Родман. Мы предполагаем, что Ставрос и его организация продадут груз Ираку в течение суток. Ваша задача – обеспечить благополучное возвращение плутония на нашу базу. Эй, посторонись! Ваш телефон, сэр! Куин в машине. Спутник подтверждает, что грузовик движется. Ух ты! Вот это прогулка. У Куина есть 14 часов, чтобы добраться до границы. Не успеет, уйдет в отставку. Колония. Пол Фриман. Микки Рурк. Композитор Гэри Чан. Художник Марек Добровольский. Монтаж Билл Панков. Оператор Питер Пау. Продюсер Моше Диамант. Авторы сценария Дон Джакоби, Пол Монс. Режиссер Цуи Харк. Юг Франции. 3 года спустя. Шеф, подойди к телефону. Кэтрин, твоя... Чёртова корова мне мешает. Это не корова, Джек, это лебедь. Какая разница? Все равно мешает. Ах, мешает? Твой лебедь прекрасен. И ты превосходна. Уже скоро, да? Ты останешься соблазнительной. Округлишься. И будешь мягкой. Джек, будет ребенок. Мы же хотим его. Ну, конечно. Бонжур, Джек. Ты не признаешь парадных дверей. Всегда есть черный ход. Это тебе отлично известно. Как ты меня нашел? Мы не теряли тебя, друг мой.
Я в отставке, ты же знаешь. Брось, сколько можно отсиживать задницу и глазеть на закат? Ты охотник, Джек, признайся. И скучаешь по работе. Я не ты. Для меня важно личное. Для тебя же. Лишь политика. Да брось. Политика баксы приносит. Возможности дает. Везде же политика. Ты хочешь личного? Я дам тебе личное. Ставрос объявился. Он нам живым нужен. Нам требуется от него информация, имена, клиенты, маршруты ухода, и потому нужен ты. Ты столько лет ловил его и знаешь, как он работает, как передвигается. Да брось, Джек. Это твой шанс. Команда Дельта готова и ждет тебя в Антверпене. Согласись, Джек, ты не уйдешь в отставку, пока он не уйдет. Рим. Куин возвращается или нет? Я не знаю. Возможно, он действительно в отставке. Тогда действуем по плану Б. Наклони сиденье. А то задница тесна. Но это для ЦРУ весьма типично. Ты раскрыл ряд наркокартелей в странах третьего мира. Выступал перед Конгрессом. Стал замдиректора. Нельзя ли ближе к делу? А дело в том, что ты мелкая рыбешка. И годишься лишь для одного. Снова ввести Куина в игру. Вот это будет интересно. Притормози здесь. Кстати, я оставил тебе подарок. Выпусти меня! Помогите! Антверпен. Не говори мне, что это не опасно. Ты вернешься через 36 часов. Здесь тоже. Но вот это мне очень нравится. Кто вы? Тот самый. Вы? Думаю, вы не судите по внешности. Не люблю этого. Кто вас стрижет? Дрессировщик? Тот, кто посмел смеяться над моей прической, до сих пор не вытащит голову из моей задницы. Я вашей половой жизнью не интересуюсь. Вот и пообщались. Ты кто такой, черт возьми? Джек Куин. Хочешь на танец? Приглашай. Вежливо. Я хотел убедиться, что это вы, мистер Куин. Имя Куин Джек. Допуск Дельта-9. Черт. Живая легенда. Я слышал, что ты вышел из игры, Джек. Стэн Санта-Клаус. А это кто? Олень Рудольф? Я не держу оленей. Но у меня лучшие гномы. Подарки к Рождеству для плохих мальчиков, да? Я больше не вожусь с ними. Только с хорошими, милый.
Что тебе надо, скажи? Есть такое чудо, что я и сам не знаю. Храбрость берет города. Но осторожность не помешает. Я беру нал, золото. Ты его открыл? Да. А ну ложись! Но чеков я не беру. Да. Это мое правило. Сломал вещь, купи ее. Понял? Джентльмены, это Дельта-1. И вы его не видели. Это мистер Ямир. У него есть информация, что Ставрос появится завтра после полудня. Где-нибудь здесь. В Лунопарке. Снайпер где? Снайпером буду я, сэр. Знаешь эту штуку? Она модифицирована, стреляет снотворными пулями. Можешь попасть человеку с 200 ярдов? Я попаду из нее в член птички Калибри. Он очень хитер, словно змея. Жалит в спину. Когда опознаем Ставроса, займете позицию. У нас есть один шанс. Две пули убивают человека, три носорога. А Ставрос нам нужен живым. Будьте внимательны. Дельта-1, видим Ставроса. Северная парковка, серый Мерседес. Вышло трое мужчин. Водитель остался в машине. Пусть войдут. Дельта-2 и 5 быстро в парк, остальные на месте. Вас понял, Дельта-1. На 30 минут. Почему именно сегодня вечером? Должно быть сегодня. Это слишком просто. Стой, это не Ставрос. Он левша. Ставрос левша. Что? Это не он. Водитель. Найти водителя. Всем на позицию. Пошли, пора, друзья мои. Пошли, готово. Пошли. Начинаем. Все правильно. Идемте. Мы следим за воротами. Вижу его. Вас понял. У клетки с тигром. Кто эта женщина? Она что-то прячет. Возможно, бомбу. О, боже. Я готова, Дельта-1. Дельта-2 и Дельта-5 на позиции. Готовы взять его. Дельта-1. Чего вы ждете, Дельта-1? Мы готовы. Дельта-1, жду вашей команды. У нас есть шанс. Расходитесь! Расходитесь! Слишком поздно, Клаус!
Мать говорила мне, что больше всего на свете он любил кататься на своем пони в выходные дни. Он обожал эту маленькую лошадку. И она будет скучать по мальчику. Я профессионал, Куин. Я убивал. Убил многих. Но большинство из тех сволочей заслуживали смерти. Моему мальчику было 6 лет, мистер. Ему было всего 6 лет от роду. Теперь это стало моим личным делом, мистер. Кандидат на проживание в колонии. Куин, Джек Пол. Родился в 1959 году. Поступил на спецслужбу в возрасте 22 лет. Специализация, диверсии, слежка, психологическое воздействие. Подготовка, антитерроризм. Последнее задание, арест Ставроса. Видеосегмент А-19. Операция в Антверпене.
Агент Куин имел явную возможность выполнить задание, но объект Альфа сбежал. Вы расслабились. Слабые агенты помеха, но из-за ваших навыков вас поместили в колонию. Нет! Если вы не будете сотрудничать, мистер Куин, у вас есть альтернатива. Нервно-паралитический газ действует безболезненно и эффективно. Можете не беспокоиться, вы уже мертвы. По крайней мере, так сказано вашей жене и всему свету. Если хотите жить, оставьте отпечаток большого пальца на сканере возле телевизора. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Личность подтверждена. Спасибо, мистер Куин. Джек, рад, что ты решил быть с нами. Алекс Голдсмит. Сборщик налогов? Ты убит. 6 лет назад. Боже, прошло уже 6 лет. Ну ладно. Прошу, тебя ждут старые друзья. Джентльмены, познакомьтесь с прославленным Джеком Куином. Рад, что ты жив, Куин. Маша Левант, ты умер в Ливане. В Бейруте, точнее. Вы все агенты. Или экс-агенты. А может, экс-враги? Мы слишком дороги, чтобы нас убить, и слишком опасны, чтобы оставить на свободе. Добро пожаловать в колонию. Куин. Сталь. Ясно, ясно. Встань! Прекрати без насилия! Я думал, что убил его в Тухле. Выходит, что нет. Не люблю этого человека. Джек, ты должен всегда это носить. Простое устройство. Полупейджер, полутаймер. Сообщает, где быть и что делать. Когда услышишь сигнал, должен ответить. Мы мозговой центр, Джек. Мы связаны с банками данных всех стран мира. Мы анализируем террористические акты и рекомендуем ответные меры правительствам. Мы последняя линия обороны против международного терроризма. И никто даже не знает, что мы существуем. Но что сегодня в меню? Вы видите обломки Боинга 747 компании Global Air, летевшего из Сан-Франциско в Сеул, Южная Корея. Наша поисковая система интерпретирует сигналы с места катастрофы. Это наушники. Рука на сканере постоянно. Операторы на месте? Так, так, все готово, можно начинать. Внимание! Видеоинформация из Вашингтона. Я получил заявление госсекретаря в связи с трагедией Global Air. Внимание! Из 176 пассажиров, находившихся на борту, погибли все. По сообщениям ЦРУ, самолет сбит с Северной Кореи, совершивший ничем не обоснованный террористический акт. Госсекретарь согласен с этой оценкой и проведет брифинг, на котором выразит реакцию всей Америки. Корейцы отрицают свою причастность, а президент советуется с союзниками. Джек. Твоя функциональность зависит от способности анализировать и интерпретировать данные, поступающие в момент кризисных ситуаций. Для этого и существует колония Джек. Благодарю.
Самолет взорвался из-за внутренних повреждений. Очень быстро. Он исчез. У нас есть запись переговоров экипажа рейса 277 с землей. Пасифик Центр. Перед нами незапланированный объект по курсу 329. О, Господи. Перспектива неважная. Корея имеет эту технологию. Какие будут альтернативы? Тут дело в Купере и... Кто скажет? Мне что-то не ясно пока. Анализ подтверждает рапорт. Мойше, ты веришь? Не вполне. Он лжет. Они, по-моему, что-то знают о катастрофе. Еще раз проверим снимки со спутника. Остановитесь здесь. Что это? Смотрите, какая-то тень. Бинго! Система раннего оповещения. Нет, F4, Weasel. Симулируем ситуацию с учетом нового обстоятельства. Если он пролетел очень низко, радар его не засекли. Корейцы заметили на радаре F4, но сбили пассажирский самолет. Значит, Боинг использовали для сбора данных об испытаниях нового оружия. Их подставили, чтобы американцы могли подслушать военную базу. Чудовищно. Хорошо начал Джек. Подводные лазеры. Лазеры. Они установлены на метр ниже поверхности воды и уничтожают все, с чем контактируют. Если не лазер, то тебя убьет подводное течение. Все продумано, Джек. Никто еще не сбежал? Никто? Никто. Самым последним был Брюс. Тогда лазеров еще не было. Бедняга не продержался и 40 часов. Хранитель убрал его. Здесь у каждого есть хранитель. Тебе не скажут, кто. Хранитель обязан наблюдать за душевным состоянием, поведением своего подопечного. Если он совершает побег, хранитель должен убить его. Как вы скрывали это место? Маскировка, приборы. Ведь нас практически не видно. Алло. Алло, Кэтрин? Кэтрин? Да. Надеюсь, я вам не помешала. Мы можем поговорить? Да. Это Мария Фиорелли из Лунной галереи в Риме. Мы говорили на прошлой неделе. Прекрасные новости. Мы хотим устроить выставку ваших скульптур. Вы удивлены, да? Я вас понимаю. Слушайте меня. Утром с курьером я пришлю вам билет на самолет. У вас 5 минут, чтобы добраться до своих коттеджей, джентльмены. Ну что ж, все понятно. Пошли. Засекай время. Ничего, успеем. Оставайтесь на связи до отбоя. Thank you.
Привет, я Мария Фиорелли. Мы говорили по телефону. Я рада, что вы приняли наше приглашение. Я польщена. Вы так щедры. Только мне будет очень трудно. Вы не хотите у нас выставляться? Есть другие предложения? Нет, но прошло всего 4 месяца со дня. Вам очень трудно, я понимаю. Но, может, это откроет новую страницу вашей жизни? Для меня проблема переехать в Рим. Надо продавать коттедж. Здесь все так дорого. Поживете с нами в Реджинии, у нас много места. Я постараюсь, чтобы за вами и за вашим мальчиком был самый хороший уход в Риме. Вечером вы встретитесь с хозяином галереи. Он давно хотел с вами познакомиться. С днем рождения. Это все дело рук Ставроса. И подтверждает сведения о деятельности Ставроса за последнее время. Но надо узнать, кто платит ему за услуги. И в этой связи нам нужен твой анализ данного события. Видя материал из Марселя. Странно, что никто не взял на себя ответственность. Место Барселона. Там алжирцы в последнее время активизировались. Им не по карману, Ставрос. Ставрос работает один. Это не в его стиле. Зачем ему? А может, это какой-нибудь псих? Случайность? Сейчас в Испании действует несколько групп. Твоя бабочка у меня. Что думаешь, Джек? Джек? Нет. Нет? Джек, мы ждем твоих комментариев. Твоя бабочка у меня. Это не Ставрос, а его подражатель. Я имел дело со Ставросом и проиграл. Это мой неоплаченный долг. Он на свободе, а я торчу на этом острове. Но ты наша надежда теперь. Ты вел с ним игру совсем недавно и выиграл ее. Что ему известно о вас? Мы не знаем. Поэтому он так опасен. Службы всего мира прибегали к его помощи, когда нуждались в человеке, способном на все. И в том ирония. Когда он был наш, его считали героем. Теперь он работает на других и подлец. Это факт. Из моды он вышел. Боюсь, нам придется расстаться с вашим прекрасным лебедем. Я позволил себе удвоить плату. Мой муж его любил. Он думал, что это корова.
У вас 5 минут, чтобы добраться до своих коттеджей, джентльмены. Спасибо, мистер Куин.
Пристегните ремни. Идем на посадку. Кто его хранитель? Хранитель 720000. Активизировано 715959. Черт взялся. Говорят, пропал. Мне нужен товар. Ты извини, уже закрыто. А теперь как? Ну что ж, поговорим. Мне нужны опасные игрушки. У меня есть то, что тебе понравится. Ты будешь самым плохим мальчиком, гарантирую. Вот эта штука. Лазерный прицел. Полный автомат. Кобура для этого оружия. Очень славно. Ты водишь самолет? Как птица. Но предпочитаю оставаться на земле, брат. Новые газовые гранаты. А баксы есть? Это потом. Я ввел 7-дневный карантин. Благодарю покорно. За мной не заржавеет. Прости, брат, ведь ты вне игры. Мертвым не дают в кредит. Я назову 3 счета в банках ЦРУ. Когда получу товар, я дам тебе код допуска. Не знаю, парень. В тебе вижу только одну беду. Ну что ж, беда так беда. Ты имеешь в виду парашют? Мое изобретение лучше парашюта. Ты уверен? Он действует? Конечно, действует. Точно? Не сомневайся. Я уверен. Да? Да. Слушай, если умрешь, я верну деньги. Верь мне. Удачи! Спасибо! Просто ненормальный, хуже моего парикмахера. Ты хоть испытал его? Испытал. Зачем еще? Я же построил его. Встретимся в лавке. Может быть, дам тебе номера счетов. Что значит может быть? А ты надейся. Скотина! Да, Кэтрин, я иду. Минутку. Ты
сел в эту машину. Ее трясет. Я рад, что ты снова в игре. На твоем месте я бы поселился в отеле Навона в Риме. Твой ребенок появится завтра. Вот его сердцебиение. Смотри, не опоздай. Я бы не сел в эту машину. Ее трясет. Я рад, что ты снова в игре. На твоем месте я бы поселился в отеле Навона в Риме. Твой ребенок появится завтра. Вот его сердцебиение. Смотри, не опоздай. Я бы не сел в эту машину. Ее трясет. Снова в игре. Не порть краску. На твоем месте я бы поселился в отеле Навона в Риме. Твой Спасибо. Ребенок появится завтра. Спасибо. Я защищаю свои деньги. Здесь для меня опасно. Номера мне нужны уже сейчас. К тачке мина. Мне нужен транспорт до Рима. Транспорт, говоришь? У меня есть связи в этом районе. То я смог ее украсть. Украл бы что-нибудь побольше. Ты не хочешь слиться с массами? Теперь я понимаю твою одежду. Чем она плоха? Ты похож на морковку с серьгами. Ха-ха! Ну, проклятый велосипед, прочь с дороги, ты занимаешь ряд. Я нашел их. Они выезжают на автостраду к Риму. Это совпадает с нашей информацией. Жена Куина сейчас в отеле Реджина. Это прекрасно. Игра продолжается. О, я так тебя люблю. Ты любишь всех женщин в Риме. О! Пьяцца Навона. Его подгонят к черному ходу. Есть что-нибудь для Джека Куина? Да, сеньор. Пожалуйста. Благодарю. Да, можете подъезжать. Вас встретит курьер. Да. Вот что, поджидаю тебя у администратора, Квин. Это не бомба. Возможно, номера счетов. Я хочу получить деньги. Эти номера фикция. Счета пустые. Теперь понятно. Зачем ты лжешь мне? Просто колонии твоей нет, так ведь? Дело не в моей колонии. Что это такое? Это снимок моего сына. Ставрос захватил его. Возвращайся в Антверпен. Я найду Макса и отдам тебе их. Куин, не надо Максов. Почему ты об этом не сказал? А что толку? Ты ведь играешь в защите. Что ж, пора вперед идти. Самая лучшая защита – это нападение. Верно? Верно. У Ставроса свои правила. Играя по ним, я могу потерять и жену, и сына. Ты хочешь отправить это по электронной почте, но все разведслужбы Европы немедленно перехватят. Какой же план? У меня его нет, но Ставрос этого не знает. И он будет делать то же, что и я. Но он догадается. Ему это удастся, и он выведет нас с тобой на Кэтрин. Внимание, призраки. Ставрос отмечает Хэллоуин, День Святых, полдень, отель Навона. Кто кого? Ставрос, посмотри-ка. Куин не дурак. Чуткий он человек. Другое время и место. Слишком поздно. Едем в больницу. Там вы будете в безопасности. Я на месте. Вот, сэр, взгляните.
Ну и церковь, все собрались. Вот Масад. Местные ребята на углу. Даже карабинеры здесь. Да тут яблоку негде упасть. Эй, прошу прощения. Прости. Тебе места мало? Деловой. Кажется, план сработал. Терпение. Он будет здесь. Ага, если нужна помощь, у меня есть брат. У тебя и брат есть? Ну да, брат. Часовня Сан-Кумине. Ну что, Джек, я держу свое слово. Всегда. Не надо волноваться. Я обещаю, что пришлю тебе приглашение на Бэбина Кристины. Ты будешь там в черном. Отпусти мою жену. Ты меня возьми. А знаешь, Джек, я лучше всех троих возьму. Вижу Ставроса и Куина. Связь есть, прием.
Эй! Где моя жена, урод? Я не знаю, о чем вы говорите. Джек, не волнуйся, Кэтрин, все будет хорошо. Кто вы такие? Все в порядке. Пусти. Джек сейчас придет. Он у меня узнает, почем фунт лиха. Добрый вечер. Я ищу человека, которого зовут... Никогда не видел таких стен. Что это? Кости моих братьев. Ты друг брата Яза. Он сделал для нас много хорошего, включая центральный процессор. Его надо увидеть, чтобы поверить. Бонсуар. 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 Это мой брат Регула. Это мой брат Ромала. Это мой брат Квин. Монахи собирают информацию о Риме уже 500 лет.
Их система очень современна. Кибермонахи. Ты нашел рецепт, а не проверяют, кто и где его выписал. О, да. Киберсекс. Интернет. 27 врачей прописывали это лекарство в течение последних нескольких дней. Внешний сигнал. Он не сломается? Доктор Трифоли Мария. Профессия врач. Специализация акушерство и гинекология. Остров Тиберина. Госпиталь Фате Бене Фрателли. Дайте-ка я. Сигнал поступил. Спасибо за божий дар, Джек. Стоп, он где-то здесь. Братья, этот антиквариат – сущее богатство. Духовное, конечно. Сейчас мы под рекой Тибр. Эта ветка тоннеля ведет под остров Тиберина. Единственный способ попасть на остров – не пользуясь мостом. На котором Ставрос расставит своих людей. Желаю удачи. Да, удачи. Спасибо, братья. Идем. Свяжемся по интернету. Ждем электронной почты. Тужься, тужься. Хорошо. Так, так. Тужься. Черт. Заклинило. Может, найду что-нибудь. А что у тебя есть? Что это? Счастливая монетка. Счастливый детонатор. Счастливая пластиковая взрывчатка. Самтекс. Так точно. Удобнее липкой ленты. Подготовка, мой друг. Надо иметь все под рукой и быть готовым ко всему. Дьявол. Нет шнура. А, подготовка, да? О, стой-ка. Ищи камень. Ты не против ради доброго дела? Спасибо. Ой, мимо. Мало тренировок. Не люблю их. Но я не промахиваюсь дважды, брат. Мне нужно время, 60 секунд. Потом убьешь этих женщин. Сюда. Сюда. Ну-ну-ну, вперед. Осторожней. Идешь в больницу. Эй, ты что-нибудь слышал? Где? Да вон там. Thank you.
сейчас, это я. Это ведь я, видишь? Это ты. Ты. Идем. В этой больнице жуткая тишина. И мы займись. Они здесь. Я слышал. Вперед. Марко, что ты тут стоишь? Здесь больница. Не бегайте, пожалуйста. Что здесь происходит? Стой, Джек, это спасительница. Мне сказали, что ты умер. Все хорошо. Я с тобой. Я здесь. Все хорошо. Ставрос. Ставрос где? Где наш сын? Где мой сын? Я знаю, где они. Иди за своим сыном. Я останусь с ней. Спасибо. Тебя причитается. Оружие. Не то конец игры. Знаешь, Джек, можно так назвать тебя? Я уверен, что каждую ночь в своих кошмарных снах ты видел лицо моего сына. Если ты останешься в живых, ты получишь своего сына. А если нет, я воспитаю его как родного. Ты ведь знаешь, что такое человек? Он очень силен, Джек. Но тигр еще сильнее. Смотри под ноги, Джек. Не опасно наступить на мину. Опасно наступить рядом с ней. Ну. Так. Ну. Давай. 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 Откуда?
взялся? Яс! Кресты, это мины! Без меня не уходи, ладно? Я вернусь. Ребенок цел. Давай выбираться отсюда, то взорвемся. На тебе мой сын. А на мне Ставрос. Поднимешь ногу, мой высокий друг, и эта мина превратит тебя в красное пятно. Yeah.
У вас большие ноги, мистер Куин. Выбирайте, куда наступить. Кажется, ты в дерьме, Ставрос. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты очень сильно напрягался, копал ямы, ставил метки, да и мины сейчас недешевые. Но я передвинул крестики. Извини. Яс, смотри сзади! Уф! Ищу его, он был здесь! Джек! Как, все целы? Это я. Твой папа. Да. Я хочу запомнить мои римские каникулы. Дай мне сувенир. Отрежь прядь своих волос. Рубаху тоже отдай. Куин, тебе тоже один сувенир от меня. Может быть, она принесет тебе счастье? Я не подарю вам прядь своих волос, мистер Голдсмит. Вы настоящий фокусник, мистер Яс. Сейчас мой черед испарится. До скорого. До скорого. Клянусь задницей, что меня будут ругать за это. Интересно, какой будет штраф? Yeah.
my shade of peach. That's a secret she likes to keep. She likes the boys, think they're cool. But between her legs are the family jewels. Between her legs are the family jewels.